Привет! Сегодня буду плести закладку с именем Ксюша. Для работы мне понадобится бисер необходимых цветов, иголочка для бисера, нитки, схема и станочек. Схема будет в описании под видео. Там же в описании под видео будет ссылочка на интернет-магазин, в котором я приобретаю качественный бисер, стеклянный, он очень мне нравится, хороший. Также я там приобретаю иголки, нитки, все необходимые для работы вещи. Ну что, поехали? Thank you.
Такая вот закладочка симпатичная для книг у меня получилась с именем Ксюша. Понравилось видео? Ставь класс, пиши комментарий, подписывайся на наш канал. Всем пока, всем удачи, до новых встреч!